жил в стране рассеянных. Президент рассеянный. Сил нужен на кровать. Начал карту рисовать. Крым рисует карандаш, говорят ему, не наш. На окраине России он рисует город Киев. И совсем же у нас Мелитополь и Донбасс. Вот какой рассеянный президент рассеянный. Одеваться он решил из кондейнера смешным. В рукава засунул руки. Оказалось, это буки. Вместо шапки на парад он надел ракету «Град». Вместо плавок он на пляже появился в камуфляже. Покемона не поймал, почту Хиллари сломал. Вот какой рассеянный президент рассеянных. На вокзал приехал он, прибегает на перрон со словами «Мне вон!» Сел в оцепленный вагон. Ластик, ручка, каранда, промокашки, разложил в купе бумажки. У них почти ни слова мату. Потому что ультиматум. В ультиматуме слова. «Дайте денег» в пункте 2. «Компенсируйте затраты», «Уберите нафиг надо», «Крым признайте и Донбасс, это выше» в пункте 1. «А иначе отвечаем на всех, напоим чаем». В чае, если кто не понял, вместо сахара плутоний. Все два раза прочитал и решил, что он устал. Сел в углу перед окном и заснул спокойным сном. «Это что? Нью-Йорк, пора!» Президент кричит с утра. «А с платформой фиг вам два!» Это станция Москва. Он опять поспал немножко, а потом взглянул. В окошко по платформе ходят геи. «Мы уже в Европе, где я?» Но опять звучат слова. «Это станция Москва». Он помял подушку ухом, глядь в окно. Кругом разруха. Люди выглядят нелепо. «Мы на станции Алеппо?» А в ответ таджика два. «Это станция Москва». Он еще проспал 3 года. Для спасения народа. Просыпается, зевнул и опять в окно взглянул. Что за станция без флага? Что за девки в неглиже? Говорят ему, га-га, мы заждались вас уже. Он смеется, не вопрос. Ультиматум вам привез. Вот какой рассеянный президент рассеянный.